Уважаемые севастопольцы, очередной раз у нас в волонтерском штабе мы вместе стартовала очень добрая, очень хорошая новогодняя акция «Елка желаний», которая идет по всей стране. Вот сегодня можно прийти в штаб «Мы вместе», вот с этой елочки взять один из таких шариков, которым и будет новогоднее желание ребенка, которое можно выполнить и сделать одного ребенка, у которого может быть не самая сейчас хорошая жизненная ситуация, счастливым. Поэтому всех призываю, особенно, конечно, обращаюсь к нашим предпринимателям, к тем, кто может себе это позволить, прийти и выполнить новогоднее желание детей. Сам обязательно тоже это, конечно же, сделаю. Поэтому всех приглашаю в наш штаб принять участие в прекрасной новогодней акции «Елка желаний».